Всем привет, друзья! И сегодня очень необычный выпуск. Я решил проверить еще один незамысловатый лайфхак с шуруповертом. А в чем его суть, собственно? Значит, незадолго до с этого момента я увидел ролик в интернете, как шуруповертом с помощью домкрата поднимают машину. Собственно говоря, вот этот ролик. Сейчас я пойду на улицу и буду делать то же самое, то есть повторять, как в этом ролике. Заодно сменю резину, вот, которую я надевал на свои диски. То есть сейчас поставлю летние, а стояли зимние. Зимние колеса мне уже надо выкидывать. В общем, не об этом. Готовьте себе чаек и приятного просмотра. Только если вот так. Из этого стоит сделать выводы, что не стоит портить свои инструменты. И надо делать это теми инструментами, которые для этого и предусмотрены. То есть вот так вот. А что я, почему я, зачем это делаю вообще? Вот. Колесам уже пришла пизда, это я запикал. Вот. Я их меняю, собственно, на летние. Вот лежат летние колеса. С вами был Валдис, вы были на канале Валдис Лайф. Это было очередное разоблачение лайфхака. Всем пока. You can be my drug dealer boy.